Сезон в парусном спорте близок к финишу. Его предпоследний этап в классе RC44 принимает Португалия. Ураган на Азорских островах не добрался до Кашкайша. Погода там почти идеальная. Вала лишь немного выше привычной, чему большинство их сменов только рады. За первые два дня было проведено 6 гонок. Лидерство захватила команда Ника Пунца, выступающая под флагом Монако. Ведомый Владимиром Просихиным экипаж Ники занимает 4-е место. Еще два российских участника Тавату и Броненосец идут следом. Завершится Кашкайш Кап в воскресенье.